А, скользко, правда. Так, аккуратненько подтягиваемся. Пожалуйста, смотрите под ноги. Все здесь скользкое. Ступени. Основали небольшой поселок, назвали его Данила. Сокращенно ДНР. Данила. На рельефе местности, которую мы собрали в тому моменту, в 18 веке, чтобы в городе не было. Само здание было построено по типу бассейна. Речь идет об общем плане здания. Четырехугольник в нем. По центру присутствует центральный молельный зал. Сами здесь. По бокам от центрального зала через арочные пролеты параллельно ему пристроены галереи. Помните, это южная сторона, южная часть. Смотрите, с южной стороны две галереи. Раз, параллельно ей, вторая дальше. Одна галерея, один. За решетками дальше, территория монастыря, того самого, где живут правые. Сионский обустроен традиционно. Я не считаю отсутствие иконостаса еще. Но если не считать отсутствие иконостаса, дальше детали обустройства алтаря этого храма не соответствуют обустройству современных алтарей. Ваше внимание обращаю на тоннель за престолом, в первую очередь. Слева от колонн арочный вход в темноту. И вот справа от колонн проходишь. Вход-выход одного тоннеля. Такие тоннели строили, повторяя, апсиды за престолом. Их строили только в определенный момент исторически. Это было время, когда начали спорить по поводу правил исповеди. Напомню, что вначале исповедь была гласной. Люди признавались в своих прегрешениях всей церкви, всему собранию людей. И в какой-то момент отцы церкви задумались, то, в чем признается прогрешившийся, для слушающих Бог может быть искушение, желание повторить этот поступок. Исповедь надо сделать тайной. Вот пока спорили по поводу ритуала тайной исповеди, строили эти тоннели. Вы, наверняка, знаете все, что в алтарь христианского храма просто так завершился. То есть если бы сейчас присутствовал священнослужитель, знак Бога, посмотрите внимательно. Вот он еще круг, когда-то имеющий наполнитель ямы мозаичный. Бог, и мы говорим Бог везде, имея в виду мир, окружающий нас. А географически это четыре стороны света, то есть квадрат. Смотрите, Бог везде. Сила Божья распространяется на все четыре стороны света, говорим мы. И слово «распространяется» здесь отмечено вторым квадратом. Смотрим внимательно. Смотрится, может быть, как рубик с точки вашей зрения. Один квадрат пересекает другой, и образовывается восьмиконечная звезда. Та самая, Вифлеемская, да? Как будто из шитья вот такая. Шестиконечная звезда, звезда Давида, да? Там два треугольника сочетали. Та самая звезда, которая указала звездочетом к месту, говорят, это рождение младенца Иисуса. И что мы в итоге говорим? Вот он Бог, и Бог вечен. И бесконечен путь человека к нему. Вот он Бог. Смотрите внимательно, а вот он, путь жизненный человека. Как бы человек ни двигался по своему пути, он и, соответственно, откроем путь, который сюда, еще немножечко, еще немножечко. Говоря о символе она предполагает предлагал использование существенного замкнутого мотива. Бога Спаситель. Если эти первые буквы данного слова сложить, рядочек получается слово «Ихтис». А это и есть рыба. Да. Знаки христианства, они разнообразны были. Жар птица. Красивая птичка с шикарным хвостом. Знак райской жизни. Виноградная лоза.
после винограда, да, знак Божий Иисус. Тогда христиане получили официальные права, начали строить первую церковь. Соответственно, с внутренней стороны стены украшали этой символикой. Антропоморфный мотив изображения человека изображенного Иисуса Христа, то молодого пастыря. Впоследствии проходит века уже к среднему византийскому 6-7 века. Антропоморфный используют во время службы. Смелее заходите. Здесь сохранился купол, прикрытие этого помещения и, соответственно, фреска его когда-то украшающая. Фреска представляет собой момент причастия. Библейская сцена. Иисус Христос причастие. Что значит? Приблизиться к Богу. Вкусить хлеба и вина. Да? Его тело и его кровь. Иисус Христос изображен здесь дважды. В своеобразном беседке. Посмотрите. Линия от меня, с моей точки зрения. Правее. Иисус Христос протягивает своим ученикам хлеб. А беседка чуть-чуть левее от нас протягивает своим ученикам вино. По центру в круге монограмма Иисуса Христа, те самые 5 букв, наложенные друг на дружку. То есть здесь практически классика, мы говорим, библейская сцена. Ваши взгляды я направляю сейчас в бубны, и вот здесь черви, например, чуть-чуть ниже. Да? То, о чем я вам говорила в автобусе. Четыре знака раннего христианства, с помощью которых людям рассказывали о распятии Иисуса Христа. Кресте, крест, на котором он был распят. Пика, наконечник копья воина римского, в котором было проткнуто тело Иисуса, распятое на кресте. Пытались убедиться, умер или нет. Черви, а это губка, которая была смочена в уксусе и протянута к губам Иисуса, распятого на кресте, так чтобы усилить его страдания. И бубен, наконечники гвоздей, кованых гвоздей, которыми были прибиты его руки и ноги к этому кресту. Thank you.